Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 12 мая. Я хочу пожелать всем, кто любит Алтайский край, всем, кто связал с ним свою жизнь, посвятил свою жизнь этому замечательному региону, этому прекрасному месту, всем, кто трудится для него, у кого он в сердце, кто является его частичкой, и, конечно, всех, кто защищает нашу родину, наш Алтайский край. Всем желаю здоровья, успехов, благополучия и обязательно побед. Давайте начнем этот день.